Компания «Икея» выкупила право аренды участка под строительство торгово-развлекательного центра в районе Северного шоссе в Красноярске. Общая площадь земли составляет более 470 тысяч квадратных метров. После того, как администрация заключит договор с компанией, последняя будет ежегодно платить около 245 миллионов рублей. Срок аренды – 7 лет. Кроме того, «Икея» также признана победителем торгов на право аренды соседнего участка площадью почти 3,5 гектара. Здесь построят парковку.